постепенно стал набирать. Ну, это то, что опять уже. Посмотрите, какие да, скоростные качества. Ну, это вот продемонстрировал свой сильнейший удар. Да, и все-таки ошибся именно итальянец. И опять то же самое. Но это худшее, что можно было сделать, еще и двойник. Ну, вот когда так играет, мощный удар, глубокий в комбинации вместе с Филиппом Кошрайбером против польской пары. Получилась подача на вылет. И еще одна подача. Посмотрите, в одном гейме. Ой-ой-ой, какая ошибка. Рафаэль, наверное, не лучшим образом. А, сейчас Сэппи остановил игру. Ему показало, что мяч ушел в запас, он уже не доходил до мяча. А вот казался прав итальянский теннисист. И вот так ему да, тут уже определить никак не сумел на колене. Да, завершили игру, вот эту победу. Вот что-то сейчас немножко так потерял игру, да. Вот, помните, он сразу в гейм уступил на своей подаче. Нельзя сказать, что и в последних геймах, да, очень уж четко играл. Ну, сейчас просто так ударил. Хороший, очень хороший удар. Да, ну сам все-таки уже допустил ошибку, последнюю ошибку в этом сете. Так что первая партия за Рафаэля Надаля, ну такое не совсем, может быть, да, четкий был продемонстрировал Рафаэля. Спад был в первом гейме, затем несколько геймов, вот последние геймы. 30-0. Ой, как неудачно, да, вот этот гейм провел Рафаэль. Какое-то продолжение странное выбрал сейчас Надаль. Непонятно почему там. И еще одна ошибка. Вот поиграл гейм. Ну, все остается только абсолютно такие ошибки точно не из разряда не вынуждены. Ну, а те же, которые мячи, которые пили. Да, ошибки и третий гейм подряд обидел. Ой, как... Да, боролся на раунд. 40-0.
Да, Бандер. Вышел Сергеевич. Ну, те удары, которые получили, опять вот прием подачи был. Иначе опять не дали. 40-0. И по 0. Сепи берет. Для проведения турнира все должно соответствовать именно правилам. В том числе и каждодневная программа. Да, ну, и взял. Второй бил. Ну и посмотрите, как красиво, да, обыграл. А Рафаэль здесь в следующем гейме, да, сделать брейк. Тридцать ноль. Сорок пятнадцать. Да, выиграл еще один мяч. Красиво. Молодец. Очень здорово сейчас сыграл. Здесь в встречах это такой сугубо оборонительный вариант. Ну, тоже выиграл. Вот. Хорошо сейчас. Да, ну и завершил игру и сам в этом сети. Сепи. Ну, что, да. Хорошо, хорошо сыграл итальянский теннисист, но даже не побоялся. Да, бывает вот этот момент, когда можно обыграть, да, выиграть. Я уже говорил, всего лишь один. Это то, что всегда умел очень здорово делать Рафаэль, да? Да, как-то даже обводящий удар старый получается. Да, ну вот видите, опять. Да, спас-то спас, и хорошая свеча получилась. Вот. Вот это опять не похоже на фильм. Здорово же. Да, ну и взял гейм. Очень хороший череп. Очень много. Крученые удары, они, ну, как бы, ну, потому-то ими не пользуются. Это им сесть, что они должны быть более надежными. Ну вот сделал все это вот в своем стиле, да?
молодец. Ну, это, в общем-то, логично, да, что... Да, ну, выиграл тяжелейший гейм. Ой, как, сейчас сопит. Да. Получилась подача на вылет. Нет, ничего не получается. Тебе дебют опять. Тот там. Здесь Раф уже с атакой. Да, ну и завершил. Завершил очень хороший, красивый была игра. Вера Звонарева против Динары Сафи. Да, первый мяч, который взял. Ну, выиграл гейм. Рафаэль. 30-15. Красный удар слева. Да, переиграл. И опять ничего не получилось. Вот это мягкое. Да, ну и забил. Почему вот активность тут? Нарева обыграла Динару Сафину, выиграла и второй сет, как бы достаточно со счетом 6-3, по-моему. Динара за весь сет выиграла одну подачу свою всего лишь. Нет, не попал. Не попал, хотя сцепи сейчас просят показать. И задел линию. Скажите, что же было на самом деле? Не, задел мяч. Задел линию. Да, четко сейчас расправился просто со своим соперником. Ой, как здорово, как здорово сейчас все по себе. Да, что происходит, посмотрите, что творится. И второй. Хорошо сыграл. Попал. Вот на этот раз четко. Получилась подача на вылет 15-30. Молодец, Сепи. Не дрогнул. Не дрогнул в такой.
Да, не повезло. Или повезло Рафи, да? Да, не сумел обработать мяч и... Как ответил, молодец. Ответил на сильный удар. Ну, подача на вылет получил. Красиво в стиле. Оба раза здесь даже еще красиво. Да, все-таки добился своего. Забегался, да, под сильным. Ну, а где взял? Взял Рафаэль 5. Ох, как стыдно. А, увидел прекрасно, где находится. 30-0. 30-0, по-моему. И добил все-таки. И добил. Сепи, получив. Да, вот и все. Все, останавливает игру Андреса Сепи, но и не возражает еще после и Рафаэля. Итак, вот такая победа пришла к Андресу Сепи, хотя Рафаэль решил все-таки проверить, наверное, да? Так что еще пока точка не поставлена в этой встрече, но мне кажется, что мяч был вне корта. Посмотрим еще раз. Да, ушел мяч, покинул пределы корта, и вот так вверх поднятые руки Андреса Сепи. Ну, самая большая победа в его жизни пришла к нему на турнире в Роттердаме. Обыграл он вторую ракетку мира и первого сеянного на этом турнире. Так что турнир остался без сеянных игроков. Ну, Андрес Сепи, наверное, сотворил самую большую сенсацию, да, на этом турнире. Итак...